Всем привет! Сегодня первый день лета, и это колоссальное чудо. Почему колоссальное? Сегодня первое число, да, как и начало месяца июня. Итак, давайте посмотрим, каким будет у нас с вами этот месяц. Всего будет 6 вариантов. Сейчас мы посмотрим на карту, которая называется «Архангельская терапия». Что же нас будет ждать и какие советы будут именно в этом месяце у вас. Всего будет 6 вариантов. Давайте вдохнем и выйдем, чтобы определиться, какой вариант будет. Итак, 6 вариантов. Раз, два, три. 4, 5, 6. 6 вариантов. Выбираем. И я вам буду их комментировать. Итак, я надеюсь, что вы выбрали. Итак, вариант номер 1. Это почтовый ящик Бога. Вселенная вам дает узнать, что же будет конкретно у вас. Она открывает новые ваши возможности, да, и новый путь для лета, да. Записывайте все, что приходит на ум. Записывайте благодарности Вселенной, и она будет вас благодарить тем же. То, что вас волнует, беспокоит, в чем вы нуждаетесь, записывайте все свои мечты и желания. Не бойтесь закатывать их и проявлять, да? Записывайте их на небольшом листочке и опускайте их в специально отведенный для этого контейнер. Либо у кого-то будет ваза богатства, либо у кого-то будет шкатулка, да, деревянная, где мы будем складывать весь месяц эти мечты и желания. Даже мы будем прописывать с вами на небольшом листочке, да, то, что нас беспокоит в душе, да. И этот контейнер, на котором мы будем складывать наши мечты и желания, да, назовем его почтовый ящик Бога. Это один из способов освобождения, который нам позволит прикоснуться к божественному началу. Это вариант номер один. Благодарю, кто выбрал вариант номер один. Мы едем с вами дальше. Вариант номер 2. Проявление силы. Вам надо научиться продвигать себя и проявлять себя. Используйте этот духовный дар. Возможно, у вас есть какие-то помощники в этом деле. Не забывайте, что это очень хорошая карта, чтобы двигаться вперед, чтобы пичкаться новыми знаниями и новыми возможностями. Пока эти двери открыты для вас, и природные способности, они существуют для того, чтобы привлечь желаемый результат. Не бойтесь проявлять себя. Благодарю, кто выбрал второй вариант. Ну, а мы едем дальше. Третий вариант. Что же у нас такое? Это перерезать пуповину. Что это такое? Это значит отсепарировать своих взрослых деток или детей. Это у нас с вами выпал Архангел Михаил. И попросите Архангела Михаила избавить вас, да, от застарелых страхов, от какой-то боли, от какой-то переживаний, да, от будущих или начала прошлых, да, ваших взаимодействий, и освободить вас от деструктивных моделей поведения и мышления. То есть это освобождение от чего-то старого. Идти надо к новому и стремиться достигать своей цели, двигаться вперед. Благодарю, кто выбрал. Кто пожелал третий вариант, ну а мы с вами переходим к четвертому варианту. Вариант номер 4. Кто выбрал 4? Это книга, это открытие для новых знаний, новых возможностей в этом месяце, да? И ваше жизненное предназначение будет у вас
на ладони. Кроме прочего, касается также книг, посвященных теме духовного развития, да, либо духовного процветания. Их чтение написано и редактировано, да, и в продаже. Возможно, будет какая-то интересная книга, которая попадется вам, и вы можете осуществлять какие-то свои заветные мечты. Благодарю. Четвертый вариант, ну а мы едем дальше. Вариант номер 5. Близнецовое пламя. Возможно, в этом месяце вы найдете вторую половинку, либо делового партнера, либо спутника жизни. И ответ на ваш вопрос, да, высокодуховных, романтичных взаимоотношений. У вас будет романтика, либо какое-то приключение, либо вы куда-то поедете, да. Кто-то вас будет постоянно двигать и поддерживать вас в новом начинании. Ну, благодарю вас за пятый вариант, он тоже чудесный, да. И последний вариант, номер 6. Что же нас ждет? Смотрите, это сакральная чакра. Это вы чрезвычайно чувствительны, ранимы, да, каким-то химикатам, пищевым добавкам. Будьте аккуратны и бережны с ней, чтобы относиться, допустим, к первому продукту. Вам надо попробовать, надо чуть-чуть бережно относиться к ним, потому что не сразу бывает у нас провоцирует та или иная, да, болячка. Вот, поэтому будьте аккуратны с этими новыми БАДами, с новыми лекарствами, которые приходят в вашу жизнь. Также будьте осторожны к пастеризированным и стерильным продуктам, да, и к окружающим вас в данный момент энергиям. Отнеситесь это как бы с уважением в своей чувствительности. И постарайтесь как можно избегать употребления вредных продуктов, которые входят в наш организм, поменьше стрессовых ситуаций и осложнения отношений. В этот месяц рекомендую вам быть аккуратны и не стремиться сразу все разрушить. Видите, карта сакральная нас предостерегла, да, от чего-то такого не очень хорошего, которое пройдет в нашу жизнь. Будьте аккуратны, берегите себя. Всех люблю. Пока-пока. С вами была я, Наталья Куткова.